видископ. Государство тратит, по большому счету, недостаточно, но не так мало денег, как может показаться. То есть консолидированный бюджет всех уровней власти, которые в стране тратятся на спорт ежегодно, ну, по крайней мере, прошедший год, по оценкам специалистов, которые были озвучены на Минско-Олимпийске последний раз, это порядка 4,5 миллиардов гривен. Это не те деньги, с которыми можно говорить, что мы сейчас рванем и станем впереди планеты всей по системе. Но это, мягко говоря, не так мало денег, если их использовать прозрачно, всем было бы понятно, как. Значит, система была бы последовательной, избежать дублирования и распыления средств. То есть, если их вот аккумулировать и правильно использовать с точки зрения вида спорта, а не с точки зрения людей, которые рассказывают исполнителям, а в данном случае исполнителем является федерация, и вот федерациям рассказывают, как надо развивать спорт. При этом у федерации запрашивают предложение, как его развивать. Значит, это все претерпевает вот по этим кругам ада трансформацию в казенный чиновничий язык. И нам сверху, значит, спускают вот эти вот пожелания. Мы просим, что для того, чтобы развивать, например, баскетбол или какой-то другой игровой вид спорта, нужны площадки, нужны залы. Нужны мячи, нужен инвентарь, нужны тренера детские, которые работают в государственных школах. Значит, это все вот так вот закручивается, перекручивается, и нам возвращаются с пожеланиями вот это все развивать. Витископ. Спортивное видео.